Анапа приняла краевой фестиваль «Кубанские каникулы», состязания, в которых приняли участие дети из семей, нуждающихся в особой заботе государства, прошли на спортивной площадке на улице Крепостной. Ребята проявили свои силы в различных спортивных эстафетах – беге с нудлами, метании летающего диска, турнире по дартсу, перетягивании каната, соревновании командные лыжи, а также сдали нормы ГТО. Содействие в организации краевого фестиваля оказали Совет депутатов курорта, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Совет отцов Анапы и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». По итогам соревнований золото взяли команды школы номер 7 и Анапского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Серебро завоевали команда «Барс» и ребята из школы номер 4. Бронзу – группа, сформированная управлением по делам молодежи. Победителей и участников наградили кубками, медалями, грамотами и памятными призами. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.